прав и сущего гробе живот даровал, Иисус воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Да воскреснет Бог и расточется в рази Его. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Да исчезнут. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живого дорогу. Праведницы, да возвеселятся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего в гробе живого дорогу. Сотвори, Господь, вот радуемся и возвеселимся, вон. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ. Иисущего гробе живот даровал. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Мире спасение душ нашим, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благостояние Святой Божьей Церкви и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Благостояние всем благоговением и страхом Божьим, входящих в ложь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Митрополитов, архиепископов, епископов, честим, пресвитер, всем христиан, диаконство, всем приищи людям, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Страдальница не наша российская правительства и православных людей в Отечестве, России, несущих о спасении их, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Всякому ради стране и веры живущих книг, Господу помолимся. Господи, помилуй. При изобилии плодов земных племенах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. Скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию,
со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Давайте всякое слава, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь. Воскресение день, просветимся, люди. Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жизни. И от земли к небеси Христос Бог нас приведет победную поющую. Христос воскресе из мертвых, очистим чувствия и узрим неприступным светом воскресения. Христом блистающийся, и радуйтесь, рекуща, ясно да услышим победную поющи. Христос воскресе из мертвых, небесом благосойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый, жизнь сей невидимый, Христос Бог восстанет веселье вечное. Слава, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умишление предел сломилось, и вечную жизнь родшая Христа. Из гроба воссиявшего дни, из дева всей непорочная, и мир просветившего, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Воскресен, увидевши Сына Твоего и Бога, радуйся, соапостол, и благодатна, чистая. И еже радуйся первее, я же всех радости вина. Восприяла еси Бога Матерь всей непорочная. Придите первопием новое, ни от камени, ни плодно чудодеемое, но не тление источник из гроба дождивша Христа, в нем же утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, ныне все исполнившееся света, небо же и земля, и преисподняя, да празднует оба вся тварь восстание Христова, в нем же утверждается. Христос воскресе из мертвых, вчера спогребухся тебе, Христе, со восстаю дни с воскресшим тебе, распинался тебе вчера, сам из прослави спасибо царстве Твоем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на нетленную жизнь прихожу с благостью урочего и тебе чистая, и всем концем света блиставшего, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бога и Боже родило и си плотью, и смертных як уже рече, восставши, видевши, чистое ликуй, и сего яко Бога пречистое возвеличай. Придите, пиво пием новое, ни от камени, ни плодно чудодеемое, но не тление источник из гроба дожившего Христа. Нет же утверждаемся. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Паки и паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй! Благословенную славу, Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко Твоя держава и Твое царство, сила и слава, со Сына и Святаго Духа, ныне присно, во веки веков. Аминь. Предвориши утро, я же о Марии, и обречь камень отвори на гроба,
Слыша от ангелов возвести Христосущим сущего, с мертвыми слышите яко человека, видите гробные пелены, теците миру проповедите, яко воста Господь умертвивый смерть, яко и Сын Бога, спасающего род человеческий. На божественной страже Бога благоливый облаку достанет с нами и покажет светоноса ангела. Ясно глаголющего дни спасения миру, яко воскресе Христос, яко всесилие. Христос воскресе из мертвых, божески упопол, яко разлежи девственную утробу, явися Христос, яко человек же, агнец наречеся, непорочен же, яко не вкусен скверны, наша Пасха, яко Бог истинно совершен речеся. Христос воскресе из мертвых, яко единолетный огнец, благословенный нам венец Христос, более за все закланды, Пасха очистительная, и паки из гроба красной, правды нам воссия солнце. Христос воскресе из мертвых, Бога Отец ободарит пред всем ковчегом, с ковкашей играя, люди же Божии святые. Образа святые зрящие, веселимся божественне, яко воскресе Христос, яко всесилен. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, создал я Адама твоего праотца, чистая зиждется у тебе, и смертное жилище разори своей смертью дни, и озарися божественным блистанием воскресения. И ныне и присно и во веки веков, аминь. Его же родила Иси Христа, прекрасно из мертвых посеявшей чистой и зрящей. Добрая и непорочная в женах и красная, днись во спасение всех. Соапостолы, радующийся того, прославляй. Утреннюю, утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принеси владыце, и Христа узрим, правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос воскресе из мертвых, безмерное Твое благо утроби, адовыми узами содержими страще, святую дяху Христе веселыми ногами, Пасху хвалище вечную. Христос воскресе из мертвых, приступим священности, исходящего Христу из гроба, яко женику, и спразднуем любопразднственными чинами Пасху Божию спасительную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, просвещается божественными лучами и живоносными воскресение Сына Твоего, Бога Мати Пречистая, и радости исполнится благочестивое собрание, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Не разверзлись врата девства воплощения, гроба не разрушились и печати, царю создания, от унюды же воскресше, будь озрящим, мати радовавшийся. Снишилися в преисподняя земли, и сокрушилися верия вечные, содержащие связанные Христе, и тридневен яко от кита иона, воскресися от гроба.
Христос воскрес из мертвых, сохрани целознамение Христе, воскресе от гроба. Ключи девы невредимы в Рождестве Твоем, и отверзи нам райские двери. Христос воскресе из мертвых, спаси Боже воя жене жертвенное закаление, я в кобу сам себе волею привет Отцу. Со воскресилися все родного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, возведися древле держимое смертью и тлением, воплотившись от Твоего пречистого чрева, нетление пресносущней жизни Богородицы Деву, и ныне и пресно во веки веков, аминь. Сниди преисподняя земли, блаженство Твое чистое шедший, и вселивайся, и воплотивайся паче ума, и воздвижи собою Адама, воздвиг от гроба. Снишилися преисподняя земли, и сокрушилися вери вечния, содержащая связанные кресте, и три дневен, як от кита Иона, воскресися от гроба. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Матери паки миром Господу помолимся! Господи помилуй! Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью! Господи помилуй! Благословенный Господь, нашу Богородицу, Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Наших тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Но Адаму разрушилися силу, и воскресися, яко победитель Христе Боже. Женам мира носится, вещавый, радуйтеся, и Твоим апостолам мир даруй, Отче, подаяй воскресение. Ежи прежде солнце, солнце зашедшее, иногда во гроб, предворишем ко утру ищущие, як одни мироносицы девы, и друга ко друзей вопияху о другини. Приидите по нами, поможем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего пошего дома, лежащую во гробе. Иди почимся, як о живосы, и поклонимся, и принеси мира, яко дары, не в пеленах, но в плаче несе обритому, и плачем и возопием у владыка восстани, падшим подаяй воскресение. Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твоего мы славим. Ты боишься, Бог наш, разве Тебе много не знаем? Имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, всего приди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Бога.
прорече, даде нам живот вечный и верию милость. От раки, от печи избавленный бы человек, жаждет мелко смерти, и страстью сердцем не тление, влачит благолепие, един благословен Отце Бог и препрославлен. Христос воскресе из мертвых, жены с мира Бога мудрее, спите, бейте чаху, Его же, яко мертво со слезами и страху, поклонившись, радующийся живому Богу, и Пасху тайную Твоим Христе учеником благовестиша. Христос воскресе из мертвых, смерти празднуем умышление, адово разрушение, и много жития вечного начала, играющий поем виновного, единого благословенного Отца Бога и препрославленного. Христос воскресе из мертвых, яко воистину священное и всепразднественное сие спасительная ночь и светозарная, светоносного дня восстания сущих провозвестница, в ней же безветный свет гроба плотских всем воссия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, умертви Сына и Сын Твой смерти непорочные дни, всем смертным пребывающий живот во веки веков дарова. Един благословенный, Отце Бога и препрославленный, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Всем царству и созданию мы, человек, селися в Твою благодатную утробу, и распятие претерпев и смерть, воскреси боголепно, совоставив нас, яко всесилен. Сей нареченный святый день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств, вот же благословим Христа во веки. Христос воскресе из мертвых, приидите нового винограда рождения, божественного веселья, на роще там и в воскресенье, от царствия Христова приобщимся, поющие буяка Бога во веки. Христос воскресе из мертвых, возведи у креста чешло и сионе, и вещи себе придоша к тебе. Яко Бога светлое светило от запада и севера и моря, и востока чада Твоя в Тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троица Божия, наш слава Тебе, Отче Вседержителю и Слове и Душе, трими соединяемой, а ипостасях естество, пресущественнее и пребожественнее, Тя крестихомся и Тя благослови во все веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приди домой в мир Господь, Ева Богородице, и чрево Адама Христос, смертным нам воскресенье дарова, тем же благословим Его во веки, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Все низложи смерти державу Сын Твой Дево своим воскресением, яко Бог крепкий со вознесе нас и вожить, тем же воспеваем Его во веки. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господня, на
тебе воссия. Ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего. Христос воскресе из мертвых, о божественного, о любезного, сладчайшего Твоего гласа, нами бо не ложно обещался и все быть до скончания века Христе, Его же вернее утверждение надежды имущи родуемся. Христос воскресе из мертвых, о Пасха велия и священнейшая Христе, о мудрости и слове Божие силу. Сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, молимся себе, ежели тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Пасха верный, Пасха перерастет нам отверзай.
Как она погибнет грешница от лица Божия, праведницы да возвеселятся. И радостятся жены утро глубоко, представша гробу живодавца, обретоша ангела на камени сидяща. И той провещав им сице глаголоше, что ищите живого с мертвыми, что плачете нетленного во тли, чаще проповедите учеников его. Сведение Божие сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся. Спасибо.
Благочестительного слова на Пасху святителя Иоанна Златоуста. Кто благочестив и любит Бога, да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да войдет он радостно в радость Господа своего. Кто истомил себя постом, пусть получит ныне динарий. Кто работал от первого часа, пусть сегодня примет справедливую плату. Кто пришел после третьего часа, пусть начнет торжественно праздновать. Кто пришел после шестого, пусть не имеет никакого сомнения, ибо он ничего не теряет. Если кто опоздал и к десятому, пусть придет без всякого колебания. Если кто пришел только в одиннадцатом, пусть не побоится, что промедлил, ибо хозяин, будучи щедр, принимает последнего так же, как и первого, и дает приют для отдыха пришедшему в одиннадцатом часу, как и работавшему с первого. И последнего он милует, и о первом заботится, и тому дает, и этого одобряет. И дела принимает, и намерения приветствует, и действия ценит, и желания хвалит. Поэтому войдите все в радость своего Господа, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные, веселитесь друг с другом. Воздержанные и невоздержанные, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь сегодня. Трапеза готова, полна. Насладите все, телец велик, пусть никто не уйдет голодным. Все наслаждайтесь пиром веры, все получите часть богатой благости. Пусть никто не плачется на бедность, ибо настало царство для всех. Пусть никто не скорбит о грехах, потому что из гроба воссияло прощение. Пусть никто не страшится смерти, ибо нас освободила смерть Спасителя. Ее угасил тот, кого она держала в своей власти. Восторжествовал над адом, сошедший в ад. Горько пришлось аду, когда он вкусил его плоти. Исаия, прозрев это, воскликнул словами. Горько пришлось аду при встрече с тобою в преисподней. Горько, ибо он упразднен, горько, ибо он подвергся поруганию. Горько, ибо он умерщвлен. Горько, ибо он подвергся разрушению. Горько, ибо он был заключен в оковы. Принял тело и вдруг попал на Бога. Принял землю, а встретил небо. Он принял то, что видел, и попался на то, чего не видел. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты повержен. Воскрес Христос, и пали злые духи. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь вступила в свои права. Воскрес Христос, и ни одного мертвого в гробу. Ибо Христос, воскресший из мертвых, положил начало воскресения всех умерших. Ему слава и власть во веки вечные. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Премудрость просит, услышим святаго Евангелия. Мир всем! Иду, святаго Евангелие, чтение. Слава тебе, Господи, слава. В начале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, послан от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плоти, обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного Отца. Иоанн свидетельствует о нем, и восклицая, говорит, сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал посреди меня, потому что был прежде. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея,
благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, покорится милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Святейший православный патриарх, митрополитов, архиепископов, епископов, все его христи, братья наши. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Еще молимся. Во многострадальной стране нашей российской правители и православных людей в Отечестве, в России, несущих о спасении их. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Памятных создателей святых храмов Божьих и о всех прежде почивших отцах и братьях, передающих их повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По милости жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов, правов Божьих, всех где предстоящих и молящихся, и от всех заповедующих, что недостойны, молитесь о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владеющих во святим и всечестным храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог есть и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присный, во веки веков. Аминь. Исполним утреннюю молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Совершенно святомирно и безгрешно у Господа просим. Подай, Господи. Наставника, хранителя души телес наших у Господа просим. Подай, Господи. Возделение грехов и прегрешений наших у Господа просим. Подай, Господи. Всем нашим и миромирами у Господа просим. Подай, Господи. Это нашего мира и покаяние скончайте у Господа просим. Подай, Господи. Для живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и добрый ответ на страшном судище Христове просим. Подай, Господи. Святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Милости и щедроты человека, Тебе славу воссылаю, Отцу, Сына и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Аминь. Мир всем. Иду к Твоему. Главы наши, Господи, преклоним. Спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне пресной, во веки веков. Аминь. Мудрость. Благослови. Благословен Христос Бог наш, всегда ныне пресной, во веки веков. Аминь. Утверди, Боже. Утверди, Боже, святую православную веру православных христиан. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус, чьи во гробе живот даровал. Смерть и смерть поправ, Иисус, чьи во гробе живот даровал. Истинный Бог наш, молитвами причистся с Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека, любец. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе и смерть и смерть! Христос воскресе и смерть и смерть поправ! Иисус, чьи во гробе живот даровал! Христос воскресе и смерть и смерть и смерть поправ! Иисус, чьи во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Иисус, чьи во гробе живот даровал.
небольшое поучение из беседы Святителяна Златоустова на Евангелие от Иоанна. Вначале было слово. Видишь ли ты в этом изречении все его дерзновение и силу, как он вещает, нисколько не колеблясь, не ограничиваясь догадками, но все говоря положительно. Свойство учителя не колебаться в том, что сам он говорит. А если бы кто, желая наставлять других, нуждался в человеке, который мог поддерживать его самого, то по справедливости ему следовало бы занимать место не учителя, а ученика. Если же скажет кто-нибудь, почему евангелист, оставив первую причину, тотчас начал беседовать с нами о второй, то говорить о первом и втором мы отказываемся. Божество выше числа и последовательности времен, поэтому и отрекаемся говорить так, но исповедуем Отца, самосущего и Сына от Отца рожденного. Так скажешь ты. Но почему же евангелист, оставив Отца, говорит о Сыне? А потому, что Отец был всем признаваем, хотя и не как Отец, а как Бог, но единородного не знали. Поэтому-то и справедливый евангелист поспешил тотчас в самом начале предложить познание о нем для тех, которые не ведали его. Впрочем, об Отце он не